Вот женщина пришла на фотосессию и свалилась прям в море. Мелкий, как практически как мука. Вход в воду очень плавный. Но самое интересное не это. Самое интересное, что здесь живет целая куча белок. Сегодня мы отправимся в поиски лучшего пляжа Паттайи. Всем привет! Вы снова на канале Поехали Блог. И сейчас в Таиланде уже час дня, и мы только выбрались из дома, если честно, потому что вчера неплохо погуляли на Джамтьене и решили посмотреть новый пляж Паттайи, который называется Вонгамат. Конечно, естественно, мы не посмотрели, куда ехать, мы просто вышли и попытались узнать у людей на улице, как туда проехать. Дело непростое, потому что, во-первых, тайцы его произносят на свой манер, вот этот немножко мяукающий, и то есть они не очень хорошо понимают, когда ты произносишь на европейский, на английский, либо на русский манер. Поэтому лучше, конечно, заранее узнавать дорогу. Ехать нужно в сторону Накуа, в сторону Храма Истины, не доезжая его, в принципе, от вот этого нового строящегося центра торгового терминала 21. Еще метров 150, 200, 300, ну там уже пешком можно дойти. И поворот на сам пляж находится у аутлета Пума. Оказалось, что дорога до пляжа с того пункта, где мы начали спускаться, не прямая, она немножко петляет. И что хорошо, здесь есть много разных магазинчиков, рыночков. И здесь вот натолкнулись на такую вот палаточку с фруктами. Здесь абсолютно недорогие фрукты. Вот манго даже по 40, при том, что у нас он 60-70. Мы видели и по 40, но это очень мало где. И вот такие вот купили сейчас кокос за 30 бат всего. Они нам его открыли, как всегда. Он из кулбокса, то есть мне кажется, сейчас это самое то, что мне нужно. Это кокос. Мы все движемся к пляжу и движемся в правильном направлении. Сейчас покажу, воду уже видно. Очень приятный район, конечно, на Клуа. Не зря его мои некоторые знакомые очень хвалили. Здесь как-то все чисто, прилично. Много заведений, при этом цены ниже даже во многом, чем в центральной Паттайе. Вот там вдалеке, если видите, дерево баньян. Оно в Азии считается святым деревом и считается то, что растет только в святых местах, либо на рядом с кладбищами еще. Здесь, конечно, очень зелено. Красивые такие здания все. Красивые отели, кондо красивые. Я думаю, то, что уже видно сейчас будет... Я думаю, то, что уже видно воду отсюда. А мы заходим на пляж Вонгамат. И удивляемся вместе с вами, потому что здесь я впервые. И хочется, очень хочется, конечно, какие-нибудь получить позитивные эмоции, позитивные впечатления. Ну, первое ощущение, что вода действительно почище здесь, чем в Паттайе, в центральной. Пляж такой, судя по всему, нет, он достаточно большой, но разделен на какие-то зоны. Песок здесь приятный, песочек белый, там вон есть и деревья какие-то дальше. Ну, вода, конечно, не то чтобы прям райский остров, но да, действительно немного почище. Конечно, здесь очень красивые отели. Они как и маленькие, и большие. Вот здесь вот есть даже лежаки. Лежаков немного. Видно, что в основном люди здесь отдыхают самостоятельно. Дальше волейбольная площадка. Единственное, что меня смущает, это вот эти вот разделители, которые, конечно, портят немножко картину пляжа. Oh,
И зайдя на пляж Вангмат, мы повернули налево и прошли вот сюда вот, наверное, метров 50-100. Я уже, честно, не знаю, на каком пляже конкретно мы находимся, потому что здесь их много, идут они один за другим. Так что будем условимся, то, что мы находимся в районе пляжа Вангамат. И нашли мы вот такое вот замечательное место. Здесь белый песок, песочек такой мягенький, мелкий, как практически как мука. Вход в воду очень плавный, то есть нет никаких резких обрывов. Вода, как вы видите, нормального, адекватного цвета морской воды. Она не такая мутная. И при этом, чем понравился пляж, здесь как-то очень спокойно. Посмотрите, сейчас, в принципе, пляжный час пик, уже не так, чтобы очень жарко, но при этом еще можно загорать. И вот это весь народ, который здесь есть, при этом здесь достаточно много местных отдыхает. И из остальных, конечно, в основном россияне. Поэтому расположение хорошее, если это, в принципе, можно рассмотреть как неплохую альтернативу Калану, если надоел или не хочется ехать на пароме. Недалеко от центра Паттайи, ехали минут 10 буквально. Также здесь очень неплохая инфраструктурная часть. Их немного, кафешек, их там всего 2-3. Сейчас развернусь. Вот здесь вот они находятся. За вот этим вот железным забором. Это кафе, которое я показывал с пляжа. Здесь вот такая территория, есть туалет и душ. Но самое интересное не это. Самое интересное это то, что здесь живет целая куча белок. Посмотрите вот на то дерево, чуть подальше, там бегает белая белка. И они здесь разные, вот буквально когда зашли, вот здесь вот на этой пальме были белки. Они пытались утащить кокос. И они разного цвета. Рыжие, серые, белые. Вот эти пальмовые ветки. Пальмовые белки. Здесь такие мини-джунгли. Воздух очень чистый. И можно погулять. Интересное место. Потому что там 5 минут назад ты видел огромные 25-30-этажные дома. И тут попадаешь вот в такой пустырь. А на заднем фоне уже такие хорошие, дорогие отели. Это вот такой вот разный Таиланд. Ну а мы, как обещали, зашли в кафе, которое находится прямо на берегу данного пляжа. И заказали такую вот лапшу тайскую за 80 бат. Лапша с креветками. Там на выбор идет креветки, свинина, курица, либо еще что-то. Я хотел вообще рис, но рис у них почему-то закончился. Видимо, в Таиланде какие-то проблемы, перебои с поставками риса. Впервые такое вообще. Лапша, конечно, такая. Тайская лапша, как это ни парадоксально, ничего более, чем всем до боли известный с постсоветского времени роллтон. Она может быть, конечно, другого вкуса, они не запариваются. Вот все, что в кафе подается, это вот он и есть. Они его покупают в больших количествах. И сомтам. Я очень люблю сомтам. Сомтам это такой острый достаточно салат из папайи. Здесь папайя зеленая, орехи обязательно, арахисовые. И, ну, честно, разные рецепты есть. Где-то добавляют креветки сушеные, где-то соленого краба, где-то ничего не добавляют. Помидоры и зеленая фасоль. Я его очень люблю, и в разных местах готовят по-разному, но обычно он одинаково вкусный. Давайте попробуем сомтам сначала.
в меру острый. Я, в принципе, острый я люблю и спокойно отношусь. Конечно, может быть, тайский вариант. Он такой для совсем экстремалов, но зато не пресно. Зато здесь за 80 бат такие достаточно, ну, нормальные креветки. Кукуруза. Лапша вкусная, какой-то здесь такой свой соус, но она не острая абсолютно. То есть поэтому здесь вот есть различные варианты соусов. И вот один из них я уже нащупал — чили. Ну, честно, конечно, минус вот этих вот кафе такого плана, как бы это выразить помягче. Меня не смущает сервировка. Но у них свое понимание гигиены. Все-таки для нас, наверное, для европейцев, ну, у нас другое понимание, что такое гигиена. Поэтому в таких кафе я ем в основном только что-то все-таки подверженное тепловой обработке. А если это морепродукты, то только те, которые готовятся прямо у меня на глазах. Но при всем при этом кафе такое достаточно аутентичное, может быть, оно немножко обшарпанное, но зато замечательный вид открывается. И приветливые хозяева, и белки. Здесь нереальное количество белок, очень разных белок. Все, спасибо. Я буду продолжать есть и думаю, еще немножко попозже посмотрим пляж. А вот здесь, прямо в центре практически туристической жизни, расположились такие вот небольшие рыболовецкие лодки. И видно, что вон люди выходят в море, ну и что-то ловят. Очень интересное перемешение туристической и местной культуры. И здесь, конечно, запах такой прям рыбный. Ну а сейчас мы возвращаемся назад и хотим пройти по пляжу, на который мы изначально не пошли. Потому что здесь как-то вот меня смущают вот эти штуки бело-красные. Они, конечно, портят весь вид, потому что если бы их не было, то все было бы вообще замечательно. Пляж большой, песок достаточно белый, достаточно чистый. Здесь вот есть волейбольная площадка, что очень тоже круто. Люди вон режутся в волейбол. Спорт — это всегда замечательно. Видно, что место в основном популярно среди китайских туристов и российских. И мне кажется, 50 на 50. Может, китайцев здесь и побольше, их, в принципе, везде больше, но на пляже они особо не так часто выходят, хотя сейчас солнце уже зашло, и вот они тоже повыходили из своих отелей. Вдоль пляжа расположились приличные очень отели. Конечно, здания здесь красивые. И вообще весь район намного более ухоженный, чем, например, центр Паттайи или юг Паттайи. Здесь, конечно, все более ухожено. И даже тот же пляж, который, в принципе, находится в том же городе, честно, если бы я не знал, что это Паттайя, я бы, наверное, и не поверил бы. Потому что здесь действительно можно отдыхать и не обязательно куда-то каждый день валить в поисках более-менее приличного чего-то.
И даже зона лежаков здесь, лежаки здесь новые, зонтики здесь новые, потому что на всех остальных пляжах, где мы были, все какое-то старое, обшарпанное. Видно, что, скорее всего, поскольку отели дорогие, видимо, они заботятся о чистоте пляжа и о его благоустройстве. Женщина пришла на фотосессию и свалилась прям в море с этой с пластмассовой хрени. Но правильно, ни в какой ситуации нельзя теряться. И она продолжает ее, несмотря ни на что. Молодец. Прям на пляже находятся красивые рестораны с красивой музыкой. Видно, что это не те забегаловки, которые мы видели сейчас на диком пляже. Понятно, что и категория цен здесь будет совсем другая, но за хорошее качество нужно платить. Если сравнить пляж Вангомат, на котором мы сейчас находимся, вот этот основной большой, и тот маленький камерный пляжик, на котором мы были, этот, конечно, выглядит более солидно. И я думаю, люди, которые сюда приезжают отдыхать, особо никуда и не выезжают, потому что здесь действительно можно жить. И что удивило, что то, что цены здесь в магазинах, ну, фруктовые вот эти палатки, которые вдоль дороги, ниже, чем у нас, ниже, чем в центре. Хотя в центре особо туристов не так уж и много, как здесь. Например, манго мы сегодня видели по 40 и по даже по 30 бат. Хороший спелый манго был. Тот пляж, где мы были, там, конечно, больше уединения. А здесь такая атмосфера а-ля космополитен. Просто какой-то день зоологических находок. Змеи, белки, птицы, а теперь еще вот эта рыба, которую выбросила на берег, которая, знаете, раздувается. Мы их видели неоднократно, но обычно как-то поменьше. А здесь она прям такая, это, видимо, она в вздутом состоянии, но она такая огромная. When the world's crumbling down on me, I hear a whisper of your voice and you got me. Люблю я такие дни. Сегодня день с самого начала пошел как-то не так. Все пошло не по плану и через одно место, по-русски говоря. Но, наверное, поэтому, потому что наши планы были нарушены, и абсолютно кардинальнейшим образом мы увидели то, чего бы могли не увидеть, если бы все шло как было запланировано. Мы приехали, проспав все, что можно, просто безбожно проспав все, что можно, мы поехали все-таки, решили доехать до пляжа Вангомат в Паттайе. И во многих местах, во многих путеводителях, во многих сайтах читал, что это лучший пляж Паттайи. Второй был Донгтан, который пляж рядом с по правую руку от Джамтьена. Честно, в Донгтане я очень разочаровался, когда мы туда приехали, и ничего особенного я не ожидал и от Вангомата. Но нет, я до сих пор нахожусь в таком очень приятном удивлении. Потому что пляж оказался классный, и сам Вангомат, он длинный, большой, чистый, красивые кондоминиумы, красивые отели, огромная береговая линия и действительно чистая вода, в которой можно купаться. Но для себя мы открыли пляж, который находится немного левее. Он маленький, я не знаю, честно говоря, его название, там было что-то написано, но я сейчас уже не воспроизведу. Маленький камерный пляж с красивыми деревьями, с огромным количеством белок, видели змею. Хорошо покупались, поэтому, то есть, чего бы еще можно было ожидать. Но мы решили все-таки дойти до Вангомата дальше,
И по логике вещей было понятно, что где-то географически недалеко находится пляж, храм истины. И мы все-таки до него дошли. Мы прошли Вангамат, прошли еще один пляж, еще один какой-то пляж. И вот мы здесь. Так замечательно заканчивается сегодняшний день. Солнце уже заходит, в Таиланде рано светает и рано темнеет. Практически весь год в одно и то же время. И вот на этой позитивной ноте хочу, чтобы вы тоже полюбовались храмом истины. Это действительно жемчужина. Жемчужина Таиланда и жемчужина Паттайи является одним из наиболее популярных, одной из наиболее популярных именно архитектурных достопримечательностей, несмотря на то, что храм не такой старый, начал строиться всего лишь в прошлом веке. Это была частная инициатива одного человека, я думаю, в интернете вся информация это есть. Строил он его долго, несколько десятилетий, и бытует такой миф, такое поверье, что он думал, пока он строит данный храм, он не умрет. Но в итоге возраст за свое, он умер, и сейчас это дело продолжает его сын. Храм строится на пожертвования и на доход от продажи билетов в данный храм. Билеты стоят 500 бат с человека, и, по-моему, если покупать через какое-либо агентство, можно найти за 400 или 450 бат, то есть они будут дешевле, как экскурсия. Также в ваш билет будет входить экскурсия с русско-китайско- или англоязычным экскурсоводом. В прошлом году мы для себя это проделали, у нас был замечательный англоязычный экскурсовод. Так получилось, что мы были только вдвоем, поэтому экскурсия была частная. Очень много нового узнали, и в этом году собираемся опять. То есть это о чем-то говорит. Храм сам по себе уникален, потому что он не принадлежит и не представляет ту или иную религию. Данный храм – это попытка объединить все азиатские религии под крышей одного храма. И мне, то есть показать то, что все народы, несмотря на какую-то разницу там, в коже, в цвете кожи, в религии, они едины, и то, что все, как это, все мы, как нетривиально это не звучит, все мы братья и сестры, соответственно. Я думаю, на сегодня хватит впечатлений и вам, а нам уж и подавно. Могу только пожелать, чтобы каждый из вас смог, имел возможность посмотреть такое и много-много таких вот неожиданных моментов в жизни. Все, всем пока, лайки и подписки.